Йоэль Вельтман родился в провинции на северо-западе Голландии, недалеко от самого Амстердама, в деревушке Вильзен. Играл в местной молодежной команде VV Eemeiden до 2001 года, пока его не заметили скауты Аякса и пригласили в академию. 2012 года начал появляться в основном составе, но в 2008 году получил травму, разрыв крестообразных связок. Многие специалисты поставили крест на молодом таланте Аякса. Такие травмы в раннем возрасте ломают морально молодых игроков. Но он вернулся и сразу заработал себе репутацию самого талантливого защитника. Его потенциал восхищал специалистов. Во многом его возвращение состоялось благодаря тренеру Гэри Вику, который поддержал его, разглядев потенциал. Травма стала переломным моментом, ведь именно тогда Вельтман начал работать над собой, каждый день в тренажерном зале. Его прогресс не заставил себя ждать. Но когда он добрался до основы, то его ждало следующее испытание в лице уже имеющихся защитников Аякса. Тоби Альдервеллерт, Николас Мейнсайдер составили основную пару оборонцев. Плюс купили только у Ультриха Марк Вандерхорст и молодой Стефано Дейнсвилл. Казалось, что за спинами этой четверки Вельтману придется сидеть годами, но ему повезло. Тоби уходит в Атлетик. Мейнсайдер получает травму и вынужден остаться вне игры. А Вандерхорст начал свою амстердамскую кампанию неудачно, и вот шанс получил Вельтман. Йоэль схватился в эту возможность двумя руками и больше не отпускал. Дебют состоялся с Нэком в августе 2012 года. После выздоровления Фина Дейнсвилл не смог сохранить свое место, а Вельтман стал основной фигурой в пазле Дебура. Он бы не был Вельтманом, если бы не воспользовался таким шансом. Франк Дебур. Вельтман стал первым выбором у Франка, и уже сейчас приходится отклонять предложения Арсенала, Челси и Манчестера. Но Дебур понимает, что долго он не сможет удержать у себя защитника, молодого и потенциального, который способен чистить сзади и создавать в атаке. Он отлично видит поле и просчитывает ситуацию во время игры, что позволяет одним перехватом закончить атаку соперника и начать свою. Уверенность – это то, что пришло с ним после тяжелой травмы. Он уже сейчас способен владеть мячом без лишнего нервяка, а распасовывать он умеет. Вельтман отлично делает длинные переводы, и что самое ценное, что точно. 183 сантиметра. Казалось, для защитника не самый большой рост, но его показатель в голландском чемпионате по выигранным верховым единоборствам удивляет. Он уже сейчас готов играть на самом высоком уровне. Вельтману предлагали трехкратное увеличение зарплаты из АПЛ. Но он пока остался, где его воспитывает Дебур, а уроки мастерства преподает сам Яп Стам. Луи Ван Галь уже вызывал его в состав сборной и говорил, что может увидеть Йоэля в Бразилии. После товарищеского матча с Колумбией, где Вельтман осваивал позицию правого защитника. Основа Аякса. Вызов в сборную и возможная поездка на чемпионат мира и топ-клуб в перспективе. О чем еще мог мечтать обычный голландский мальчик в 16 лет?